Много информационных сообщений минувшей недели было связано с автомобилями. И, как правило, они были негативными, потому что это новости об авариях с пострадавшими и погибшими. На трассе в Западно-Казахстанской области после столкновения лоб в лоб минивэна и кроссовера погибли все пятеро взрослых, которые были внутри. Выжил только годовалый малыш, его отвезли в больницу. Похожее ДТП случилось и на загородной дороге в туркестанском регионе. 3 жертвы. Полицейские просят казахстанцев соблюдать правила, не подвергать себя ненужной опасности и не выезжать в дальний путь в плохую погоду. Тем временем в Актюбинской области под лед ушла машина, в которой были 3 мужчин. 2 смогли спастись, выбраться на берег самостоятельно. Тело 3-го из воды доставали спасатели. А в Кустанае произошла намеренная авария, что называется, во благо. Таксист въехал в полицейский автомобиль, чтобы спасти свою жизнь, поскольку в этот момент один из 2 пассажиров, которых он подвозил, угрожая ножом, требовал деньги. Ни люди, ни машины в столкновении серьезно не пострадали. Но неудавшимся грабителям теперь грозит до 4 лет колонии.